Голова болит, мне шею поднимать тяжело. Ну и что, при чем тут шея? Не хочу. Ну, скажешь подписчикам привет. Не хочу, у меня шея болит. Вообще не хочешь? Ни одного слова не хочешь? Да, не хочу. Потому что шейка болит. Угу. Блин, как ужасно. Ну что делать будем? Болит зато поэтому. Шейку лечить? Угу. Мое-то счастье. Да. Да. Блин, так хотела сказать подписчикам хотя бы одно слово. У тебя шея болит. Не хочу. Ну, может быть, хотя бы одно? У-у. Блин, что же тогда делать, а? Не знаю, потом. Когда потом? Реально, когда шея вылечит. Ну, когда шея вылечит, а все же хотят посмотреть на больную шею. Никто не хочет смотреть на больную. Ну, как бы все вон смотрят уже. Зачем? Уже 240 человек смотрят на твою шею. Меня обманули. Ляля, болит шея, бедненькая. Возле меня у пупсика болит шея. Никоти даже не видела, что мы в прямом эфире. Здравствуйте, всем добра, пис. Пис оф пис. Не, я и так делал, сделаем любимый массаж. У нее шея болит, я утром делаю ей любимый массаж. Ванька спрашивает, правда, что ебаров гей? Ну, говорят, завязал, Вань, все, больше. Последний раз, он перед домом 2 сказал, последний раз, и все, ухожу на дом 2 строить любовь, хватит нафиг. И пусть это седло разойдется, так сказать, по люду доброму. Вот и разошлось. Зай, ну, поздоровайся. Может, есть врач? Есть ребят среди вас? Есть врач-невролог. Есть врач-невролог. Могли... Кто-нибудь, кто делает МРТ по опту? Кто-то может сделать МРТ в прямом эфире? Сделайте, пожалуйста, Вики МРТ в прямом эфире. Ну что, ты прячешься, котик мой? Вот, если что-то, то звоните. Да, правда, правда, про Ябу, да, писали же в этом звезды Стар, что Яба дырявый. То есть, только пожалуйста, чтобы никто не знал. Я вас спрашиваю, ребят, вот нас здесь там 307 человек, чтобы вот это между нами и больше, чтобы, ну, никому, пожалуйста, Вань, тоже, пожалуйста, никому больше не рассказывай это. Вот. А, ну уже 312, ладно, вот 312, пожалуйста, все. А, Стархит, да, думаю, как же этот журнал называется, Стархит. Вот, так что, и, да, кто-то, если кто-то есть, ребята, вот сейчас, кто может сделать этот МРТ в прямом эфире, я поставлю лайк. Контрастом. МРТ с контрастом. Я лайк поставлю этому дикому МРТшнику или МРТшнице. А вот, так что. А мы, у нас все хорошо. Вот мы тут. Я приболел, пупсик мой. Лежим вот дома. Решили это выйти, так сказать, в прямой эфир. Давно не выходили, вышли. Зай. Ну, такое ощущение, что как бы в эфире сейчас вот ты ведешься совсем немножечко, а как унылая. Потому что я и так унылая. Унылая фекалинка. Mm-hmm. Нет. Ты вернешься на проект, спрашивает ты. Я? Пока не планирую. Вика не была на проекте, поэтому она не может вернуться на проект. Но если вдруг она как-то, кто-то может вернуть ее на проект, то маякните. Я поставлю лайк. Вот мой котик. Я котик мой маленький. Я котик. Вот. Так что как-то так. Вот. Я свое молоко. Я сейчас потом, я наелся, напился. Вот, так что, как вам Бузова? Бузова нам так же, как и вам. Похеру. Мне своя Бузова. Ляля. Ляля.
Ляль, ну покажи личка. Личка, покажи. Ну покажи, вот ты. Смущается. Смущается. Прям. Конечно, она же мне не это. Не. Как называется? Не публичная личность. Да. Не обзывайся. Нет, почему не обзывайся? Ты же не публичная. Ты же не публичная личность. Это же честно. Украина, привет. Вон земляки твои привет тебе передают. Привет. Украина, привет. Одесса, привет. Это вот все так. Что у нас еще тут? Что? Ну, расскажите нам что-нибудь. Семейная жизнь. Как тебе семейная жизнь? Вот скажи людям. Все говорят, что я злодей, скотина, и просто вот я издеваюсь над тобой. Это правда? Нет, все очень классно. Андрей самый добрый человек на свете. Ну, ты смотри людям в глаза, а то не поверят. Я не вижу глаз. Скажут, что я заставляю. Нет, честно. Самый добрый, самый хороший. Вот видите, вот я самый добрый и самый хороший, не то что некоторые. Как тебе Саша Черно? Страшное, жирное животное, ну как оно может быть? Что за вопрос? Тупая, которая готова делать все, что угодно, лишь быть на проекте. Как мне Саша Черно? Да я тащусь от этой собаки. Ну это та Саша Черно, которую ты показывала мне, которая с сиськами в леопардовом костюме. Ну, что, я говорю всегда правду. Ну, задают вопрос, как тебе Саша Черно? Ты хуятина. Как людей большинство, не всех же. Ну и что? Ну, то есть это правда же. Ой. Так, ну что, пойдем на проект. Вот люди спрашивают, на проект нам надо? Нет. Ну, я ж не говорил себе, какой проект. Мы пойдем на проект, как он называется? Нет. В мире животных. Что мы там будем делать? Мы будем показывать, как сношаются животные. Где ты здесь животных видел? Нет, мы просто будем показывать. Причем я же не говорю, что мы будем конкретно показывать. Это ты жирная лошадь, блядь. Я не такой жирный, как Саша Черно. Саша Черно сколько лет? Конь голова, блядь. А мне 38, вафля. Я не такой жирный. Я в свое время, если ты животное пережила бы то, что я с позвоночником пережила, я посмотрел бы мразота на тебя, сука. Так, дай позаблокирую этих бледей. Только что сказала, что ты самый добрый человек на свете. Ну, я... Ты против своей репутации. Не стыдно тебе. Я... Вик, что ты читаешь, вот спрашивают люди. На английский язык. Вот ты же скажешь, ты сегодня учила английский язык начала. Да, я сегодня учила английский язык. Здесь записаны мои начинания, слова. То, что я учила. Я охреневаю, какие-то заходят взрослые мужики. Мне пишут какую-то чушь. Господи, мужики, что с вами? Идите телок трахайте, отмороженные. Господи, я с ума схожу. Да нет никакой агрессии, я стебусь вообще. То есть, вы что, реально, то есть, люди невменяемые, что ли? Ты что злой такой? Я вообще злой. Мы только дома и готовим. Зая, что ты готовишь мне, расскажи. Диетическую пищу. Какую? Ну, разную. Ну, расскажи, жесть стесняй. Ну, скажи, я готовлю там суп с фрикаделисами. Андрей любит суп с фрикадельками. Да. Ну. Сырники. Сырники. Сырники сегодня пересолила. Нет, ты пересолила, что, да, от любви, нет. Да. Но только если от любви, если немножко. Я не сильно пересолила, а что ты? Пересолила сырники, немножко, да. Елец, привет. Я готовлю очень вкусно, не надо мне здесь. Нет, курочку мы... тушеную. Да. А еще вкусненькое, что ты мне готовила. Что я тебе готовила? Сок свежий. Да, кстати, мне это как у Викуся каждый день делает свежевыжатый йогурт сок. Йогурт домашний я тебе делаю. А, да, бомба, йогурт и домашний вообще космический, не то что в этом, в магазине, вообще дрочь. Викусь, передай привет. Кому? Ну, Дарье 80. Передаю привет Дарье 80. Дарья 80, пис. Большой привет. Огромный привет. Вот так мы и живем.
Как бы все у нас нормально. Семья у нас хорошая, добрая. Я прикалываюсь. Я вот стебусь, то есть, чем не стебаться-то. Да. Конечно, такой же. Да, все еще. Скоро вы увидите. Я скоро планирую проект, работаю над ним. Не хочу просто, а то все время начинаешь загадывать, и получается, что ничего не получается. Сейчас будет скоро все поэтапно, все увидите. Что бизнес у меня несколько направлений в бизнесе. Я везде зарабатываю по чуть-чуть. Нам с Викусей хватает. Викусь, нам хватает? Да, хватает. Викусь, ну скажи честно, жадные? Нет. Ну честно скажи. Ну честно говорю, что... Ну скажи честно, не что я жадный. Нет, ну неправда это. Вот видите, а вы мне там пишете херню всякую какую-то, что я жадный. Ты очень хорош. Какой я? Хорош. Правда хорош? Да. Я тебя не бью? Бьешь. Ты что врешь? Офигела, что ли? Вот, а вы говорите. На ужин у нас сегодня была гречка с курочкой с тушеной, сырнички с медом, овощи, помидорчики, огурчики и лука. Я тут чуть под нажрался. Приболел, сожрал две головки лука. Сейчас буду целовать Вику. Нет, да. Луковая голова сейчас к тебе придет. Я целую матроса. У нас такой матрос классный. Габи привел собаку. Такая собака бомбовская вообще. У нас, кстати, сейчас... Как его зовут? Арай, да? Арай. Есть такой участник? Вот он там у Габозова в гостях. Вот. Вы, кстати, вы не знаете последних новостей. Его выгнали с проекта. У Викуси есть тебе татуаж, Зай? Нет. Нет у нас татуажа. У меня есть татуаж. Где? Вокруг лобка. Я сделал. Да, я себе сделал татуаж. В виде... Лапочки. Нет. Какого? В виде будки собака. В виде матрос. У меня матрос на лапке. Татуаж матроса. Дочке передаю вашей привет. Передаю вашей дочке привет. И Аленке Докиной тоже. Афоня. Афоня там какой-то должен... Ара, я не знаю, за что выгнали. Я не спрашивал. Я сейчас не интересуюсь. Просто Габи сказал. Вот я видел. Викусь, ты говоришь, что ты красотка. Спасибо. Ну, это правда. Это да, это правда. Вот. Шева за Араиком, по всей видимости, не ушла. Если Араик сейчас с Габозовым дома, то, скорее всего, Шева осталась на проекте. Так что вот как-то так. Мужу привет! Где там? Мужу привяу, привяу, конечно, естественно. Вот, так что вот так. Из домовских, да ни с кем не общаюсь, с Габозовым. Со Степкой общаемся. Вик, какой краской для волос ты пользуешься? Никакой. Никакой, она не красит волосы. Один раз покрасила, половина волос вылезла. Ну, у меня уже краска смылась. И решила больше не красить. Где-то купила у себя там на Украине оригинальную краску, от которой волосяки повылезали. То есть это реальная ария. Так, Кира, 7 лет, передаю тебе привет, слушай мамку. Худею, я всегда худею. Почему? С Костей общаемся. У нас супер спортзал. Вы видели у нас спортзал? Кто не видел, посмотрите, зайдите на страницу и посмотрите. Да, мы придерживаемся здорового питания. Вики исполнилось 20. У нас же... Почему? С Костей не общаюсь. С Костей общаюсь. Как это? Не, я в боулинг, бро. Я, ты же знаешь, я в боулинг. Это. Да что-то я серьезно чуть приболел. И у Вики шея болит. Я приболел, мы по-домашнему сидим, вот, сейчас будем ложиться спать. Кто тебе там пишет? Это Васька пишет. Виктория будет работать? Виктория у нас по профессии, как тебе этот, как называется? Принцесса. Виктория, оказывается, по профессии принцесса, я только узнал вот с вами, видите. Таня не вышла замуж, но она живет с Весамом, уже давно они живут вместе, мы дружим все семьями, все нормально. Я тебе ручку. Где твоя ручка? Вот, кто спрашивал, еще раз повторю, Виктория сказала, что она по профессии принцесса. Да. По всей вероятности, работать не собирается. В дружковку приедете? Ну, пока не собираемся, в ближайшие лет 370.
Лучше вы к нам из дружковки. Вопрос? Да это брат, по-моему, твой, но я не успел просто посмотреть. Так, все, под окном ваш. Водка, мясо, помидоры, сейчас бухнем. Кто пишет? Андрюха, давай одевайте смолы. Не, мы реально приболели. Нам что-то хреново. С Яной нет, еще лет не видел. Зай, мне спрашивают, я тебя заставляю без лифчика ходить? Очень свободненько. Свободненько. Она ж дома ходит. Ну и не дома ходит. Просто свободненько. В Германию приедем. Но не сегодня. Вик красотка. Я знаю. Поэтому я и выбрала. Она у меня самая красивая, между прочим. Херсон, мы тоже с вами привет. Вам Сочи тоже привет. Я буду у хаты сдавать посуточно. То есть 2500 в сутки. Ну, 2-2,5, там, как пойдет. Вот, так что я буду еще строить. Я хочу сделать маленькую мини-гостиницу. Вот, чтобы это все был пассивный доход, так сказать. Так, я принц, да ну какой я принц. Я этот, как его, пастух. Принцесс, пасу. Нет, ты король. Я король. О, ничего себе. Мы собачку у нас есть. У нас получилось так, что собачка у нас сама по себе появилась. У нас собачка живет матрос. Матрос прям вообще бомбочка. Он такой классный у нас вообще. Мы это как его, с ним играемся. Он с нами ходит, гуляет далеко. Пока Габи нету. Сочи, привет. Я же передавал привет. Псков, огромный привет. Вот. Вике 20 лет исполнилось. Зай. В Ельце был когда-нибудь? Конечно, был. Давно. Я много раз уже. В Дом 2 нет. Мы как куда в Дом 2? Не, ну если он предложит килограмм денег, то, наверное, конечно, придем. За килограмм денег. За килограмм денег пойдем? Mm-mm. А за двумя? Mm-mm. А если 2 килограмма 470 грамм? Ну, если только 475. Пойдем? Mm-hmm. Я прошу, пожалуйста, что можно ответить человеку, который задает мне вопрос, скучаю ли я за Мариной? Мы скучаем вместе. Вот, Вик говорит, что мы вместе скучаем за Мариной. Очень сильно. Ляля моя. Израиль, привет вам огромный тоже. О, Джек Рассел, прикольно. Ростов, привет. Ну, о венчании пока рано задумываться. Все поэтапно. В один день все. Вот Вика пишет, девушка какая-то, которая меня никогда не видела и не знает. Ответь ей, пожалуйста. Причем у нее e.z.di. Вика, беги от него. Ответь, пожалуйста, этой девушке что-нибудь. Мне что-то не очень хочется бежать. Вот. Мне очень хочется остаться здесь. Вот, видите. Вот, видите, как получается. А вы говорите, бегите. Глупые вы. Вы же меня знать даже не знаете. Вика, беги. Вику, тебе плохо со мной, Лер? Нет, мне очень хорошо. Я тебя не напрягаю. Ты меня очень сильно любишь. Вот, видите как. А вы говорите мне какую-то чухню мне пишете. Вике, вернее, пишется. Ольга Васильевна очень рада, конечно. Мы очень весело живем, на самом деле. У нас Василий тоже просто приболела, а так вот прикалываемся, все. Как я реагирую? Мы стебемся, что я делаю? Почему ты реагируешь на плохие комментарии? Ну, я не реагирую, я на глупость реагирую, то есть я не то, что на плохие комментарии. Как правило, то есть люди пишут глупые, то есть, ну как вот можно, не зная человека, понятия не имея, что я за человек, какой я человек, Вика. Мы живем с девушкой, с женой, мы поженились, мы живем 8 лет. И какая-то, я не могу... 8 лет? Ой, говорю, ну, видишь, уже на будущее смотрю, 8 месяцев. И какая-то дура, то есть я не могу по-другому назвать человека, конченое животное, то есть как мне еще ее назвать. Сидит и пишет, ну ты видишь, ты более такая мягкая, а для меня она, сука, животное, пишет мне, Вика, беги, ну, ебнутая, извиняюсь за выражение, уберите детей на секунду, заткните мужа. У вас будет было раньше говорить. Поэтому... Так, вам тоже привет, всем привет. На какой вопрос не ответил? Это не девушка, это моя жена. Ну, люди тоже, да, какие-то тоже, вот правильно кто-то пишет, там, не успеваю просто прочитать, что у вас какая-то ассоциация, то есть
Вы реально люди, вот, то есть смотрите телевизор и воспринимаете это все просто, это вот в телевизоре вы считаете все правда? Да. Если вы так считаете, мне вас реально жалко, честно. То есть тогда, тогда возьмите осиновый кол и воткните себе в гузне. Не, в этот как его, Робик приезжает, уезжает. В Видном сегодня только был. Только сегодня с Видного приехал. Я ж масло там меняю. Масло поменял сегодня у Лёшки. Ну, зай. Ну, у меня реально. Да, у меня температура небольшая. Я вовремя все вовремя пью. Да это я вчера, сука, из ванны выскочил и сразу на снег. Блокирую животных, ребя, я вам больше внимания буду уделять. Нафиг они мне нужны, эти чертополошьи головы. Поцелуй жену, она красотка. Меня луком прет. Как от луковой фабрики. Съел. Давай поцелуй твою ногу. Да. Я съел две головки, сука, лука. Вот. И поэтому. Махачкала, привет. Вик, сколько ты весишь, лап, скажи, пожалуйста. 45 килограмм Викуся весит, вот так. Я хочу, чтобы она чуть поправилась. Шумарова, привет. Я хочу чуть поправилась, чтобы она поправилась, а она это как его, никак не поправляется. В смысле, я тоже хочу, чтобы поправилась. Она тоже хочет попробовать. Андрей, помоги построить коммунизм. Увольте, пожалуйста, я не строитель коммунизма далеко. О, Рига, привет. Вот. Дети скоро будут. Зай, сколько ты хочешь детей? Вот, видите, а мне как. Вообще 3-4. Вот, видите, какое мне. Только быстрее. Вот, прямо сейчас. Так, ну давай тогда. Сейчас я у ребят спрошу. Ребят, хотите, чтобы мы зачали нашего первенца в прямом эфире? Нет! Не, ну люди там рожают, знаешь, там это как в прямом эфире. Да, да, там кто-то еще что-то делает. Вот, да, сразу. То есть с самого начала, причем можем показать ребенка. Так что, ну что, сейчас, короче, тогда пойду, так сказать, мыть причиндал. Сейчас. Ну я шучу, ладно, ты же понимаешь, же гоню. Ну, люди ржут. Ну что, я. Ну, кто. Они ржут, у них хорошее настроение, это как его появляется. Вот и все. Так что. Я ж только за это. Все, собираемся все. Сейчас тут начнется Порево и Жорево. Не надо. Будет самый веселый прямой эфир. В топ. О, мы в топ эфир. О, ничего себе. Ты видишь, Зай, это все из-за тебя. Все ножки. Да давай, ел. Мне не западло поцеловать твою ножечку. Мою маленькую. Какой тиран. Я вообще дикий тиран, то есть сейчас вы видите вовсю, это тирания, такая тирания у нас ежедневно я мучаю ее и, так сказать, просто втаптываю в грязь и унижаю. Ну и что у нас 18 лет разница? Зай, ты ощущаешь со мной разницу? Вообще нет. Ольга как пишет, говорит, причиндал луком надо натереть, это будет жесть. Луком. Зай, чисть головку лука. Сейчас причиндал в прямом эфире луком буду натирать. Чтобы уж вот такой вот был он, чтобы разило от него, так сказать, мужицкую силою. Интересно, что побуждает Олю на такие мысли. Да, нет, она шутит, что ты. Она же просто прикалывается. Она там, она, видите, как она поставила. Добрый ночью. Ладно, вот ты скажи, просто по поводу разницы. Но есть вот разница. Ощущаешь ты разницу нашу? Разница в возрасте. Ну, весело. Все очень хорошо, замечательно. Мы шутим вместе, смеемся, все хорошо. Весело тебе со мной? Конечно, весело. Интересный ему дозвон. Интересный. Да? Да. Не старый хрыч. Нет. А то, что у меня седая головешка. Ничего страшного. Сейчас малолетним неинтересно. Вот, видишь как, вот, видите, вот. В певцы, да. Фамилию пока не взяла, потому что нужно сначала взять мое гражданство. Сейчас мы сделаем Вики сначала гражданство, а потом фамилию. Сколько. А, мне лет 37, ребзики, 37. Так, ну хватит уже пошлости. Луком, селедкой, да, и жрать будем друг друга. Кто-то с
сливками, мы лук, селедка, я шашлыком себя натру, потом брынзы возьму себе, сиськи брынзы на пидорю. Будешь, ты же брынзу любишь. И все это в прямом эфире. Да. Да, я сказал, что мне нужна надежная спутница. Вот она, я нашел надежную спутницу. Да, спутница моя. Да, она у меня, ну, я уверен, что она у меня надежная. Очень, очень у меня молодец. Ляля моя. А нисколько не ждать. Сейчас будем делать гражданство, и вообще еще и по квотам дали гражданство. Но мы откажемся от квоты, чтобы кто-то другой кому-то сделали. Так. За какой у тебя рост? 163. 163. Угу. Ну, еще можно сбрехать. 167. Да. Так что Викуся из Дружковки. Это огромный город на юге Нью-Йорка. Дружковка. It's Дружковка. Кто не знает, это вот левее от Нью-Йорка. Где-то около 11 тысяч километров левее. От 11 до 17. Самый красивый город Нью-Йорка. Самый красивый город Нью-Йорка Дружковка. Донецк, привет вам. Вот, поэтому, то есть, кто не знает, езжайте в Нью-Йорк, спросите на Манхэттене, где Дружковка, вам там покажут. Вот там прямо заказываете Боинг, и вот по прямой прямо 12 тысяч километров херячите до Киева. А в Киев выходите, и не хотите ли жить в Украине? Нет. Не хотим мы жить в Украине. Да, да, я буду брать украинское гражданство. Я думаю, мне дадут. Вика, говори громче, не слышат люди. Хорошо. Вика, говори громче, а то тебя люди не слышат. Хорошо. Вот, это наш домишко. Вот так у нас здесь уютненько. Хорошо. Наш диванчик. Любим на нем валяться вечерком. Кольца я же показывал, только мое, пока Викусина еще в этом, как называется, в Дубае. Скоро приедет. Вику, как родители Вики отдали ее за тебя? Зай, расскажи людям, вот вопрос интересует, как твои родители отдали тебя за меня? С папой мы не общаемся, а мама счастлива. Мама счастлива, мама уже... Очень сильно любит Андрея. У нас мамка уже два раза была, три уже даже была, мамка у нас в гостях. Вот. Еще скоро приедет. Так что с мамкой у нас. Мамка тоже у Вики очень замечательна. И мы с ней очень дружим, очень хорошо общаемся. О. Андрюш Парапунцев, не скучаешься. Белгород, привет. Очень скучаю. Санька, привет. Санька, привет. А как же Марина? Господи, вы женщина русских, Елена, вы пьяны. 8 месяцев назад мы расстались с Мариной. А как же Марина? Ну, уже с Викой женаты. Ну, что, я прошу прощения. Вот не ругая, спокойно хочу задать вопрос. Что у вас в башке? Говорю, жена рядом со мной сидит. Я ее люблю. 8 месяцев назад мы расстались с Мариной. А как же Марина? Пиар. Год назад. Ну, да, уже почти год. Реально, уже почти, уже реально год будет уже, вот он, через месяц там. Как же Марина? Да, у тебя что-то, говорят, тут соски торчат. Это все из-за того, что я так горячий. Ага. Нет, это из-за подписчиков. А, из-за подписчиков? Mm-hmm. Вот подписчики возбуждают. Еще одна пьяная какая-то. Назло Марине сделал. Вы больная женщина. Ну, если вы такие, вы готовы, даже не хочу говорить. Ну. Да, судя по вопросу, вот, да, Ален, судя по вопросу, я скучаю по Марине, Рапунцель и Бузовой. Это хорошая шутка. Да сейчас пойдем, скоро пойдем спать. Скоро пойдем спать, да, за телефон как раз садится. Скоро пойдем спать. И по Ебарову еще. Да. Да, это реально диагноз. Так, Минск, привет, огромный. Так что, всем привет. Ростов, привет. Ростов тоже привет.
Всем огромный привет. Мы подходим, я тоже считаю, что мы подходим друг к другу. Мы просто замечательная пара. Да, Зай? Да. Мы замечательная пара с тобой. Да, мы всегда крутая пара. Вот, видите, вот, пожалуйста. Это я буду блокировать. Вот так. Так что. Так, ну что, ребя, давайте. Мы живем в Наро-Фоминске, 50 километров от Москвы. Вот. Всех любим, целуем. Давайте спокойной ночи. Удачи. Рады были вам.